Всем трем доброго времени суток, это канал Лэйзи Дмитрий. Иди, Илья. Так, напоминаю, что мы с вами играем в Grim Dawn Forgotten Gods на уровне сложности Эдита. Заканчиваем его потихонечку. Ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. Со слайки, дизлайки, подписки, записывайте комментарии. С меня контент. Продолжаем. В общем, да, Максим Юрьевич, поставил я сакральные повязки, согласен. А вот живой брони у меня нету. Пока еще. Так что двигаем дальше. Живой брони пока что нету. Как говорится... Делать я ее не могу. И в рюкзаке тоже не валяется. Такие дела. Так, по-моему, я куда-то не туда пошел. Это мне кажется. Почему-то мне так кажется. Почему-то мне так кажется. Так, это кто? Вход в усыпальницу сметаны. Ну да, сметаны. Не знал, что у сметаны есть усыпальница. Ну, а с другой стороны, времена такие. Почему бы не быть усыпальницей у сметаны? Или у Светланы? Или еще у какой-нибудь Анны? О чем сюда приперся? А, это опасная область. Избранный Тимон! Здрасте! Точнее, а что ж вы это? Какие же вы Тимоны? Вы кроваки. Козлы, а. Эй, я вам на нормаль-то помогал, вроде, а? А вы, значит, переметнулись. Верили в Тимона, потом в Крова. Ака. Какая-то у вас вера удобная, ребят. Непостоянная немного. Ай, догнал, а дальше что делать будешь? Как там в этом проклятие черной жемчужины-то? Первая часть пиратов Карибского моря. Ну, убили. А дальше что будете делать? Так это вот, ну ты меня догнал, поздравляю. Йо! О, все, ребят. Я опять допустил эту фатальную ошибку. Нет, это все. Это уже старость. Это уже старость. Safe storage, no questions asked. Так, чё ж там? Фу. А, чё, неправильно набираю? А я её сломал, что ли? Что? Ладно. Это не важно. Это я хотел вспомнить, но нельзя вспомнить того, чего почему-то уже нет. Так что забудь ее, забудь. Показалось. Как там у Невилла Лонгботома, или как наш перевели, Долгопупса? Это, говорит, специальный такой шарик, который краснеет всякий раз, когда ты что-то... Если ты что-то забудешь. Она говорит, что толку от его покраснения? Как я, говорит, вспомню, если я уже забыл. Если я уже, говорит, забыл. Так и тут.
если я уже что-то забыл, как я это вспомню? О, здрасте, а ты кто? Алая сестра. Какого Димона, ты, дрянь? Ты охренел, что ли? Куда пошел? Ну это... Это был не... Такие... Это была не Немезида. Хотя черепок над ней был, мое почтение. Здоровенный. Но это была не Немезида. Не Немезида. Не Немезида. Кошка, брысь. Брысь, сказал! Блин. Лягушки, говорю, такие манипуляторы, это кошмар вообще, блин. Ребята, вы что делаете в тайной комнате? Да еще такой толпой. Я, конечно, понимаю, что Гарри Поттер очень сильно хотел попасть в тайную комнату к этой симпатяшке. К этому. О, здорово. Куда пошел? А ну стоять. Давай. И заморозили, и подожгли одновременно. Ужас. Магические наголенники ужасных рун. Чё ж у них такого ужасного-то? И... Слушайте, не поверите, в Death Stranding решил построить третьего уровня убежище, так неожиданно понял, что... Как это? Все эти гигантские запасы спецплавов, которые я считал действительно большими, это буквально ни о чем. То есть просто вот все, что я, как это, все, что нажито непосильным трудом, все в одно несчастное убежище улетело. Почему тебе что было в таком месте построено, где, в общем-то, ну, где надо? О, динамит. Динамит — это хорошо. А вы не смотрите Death Stranding. Вы не играете в него. А зря. Игрушка медитативная. Прикольная. Нет, вот это топание раптора, конечно, это что-то с чем-то. Пока к нему привыкнешь, вот это топ-топ-топ-топ-топ непрерывное где-то сбоку. Пугает. Так, о чем что-то приперлись, кто-нибудь помнит? Ой, спал себе ситан, сметан, никого не трогал. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Что? Куда? Почему я здесь вышел? Ладно, окей. Мы зачем-то сюда выперлись. Сейчас будем разбираться, зачем. Кажется, я начал вспоминать эту усыпальницу сметаны. Кажется. Что-то, по-моему, я точно так же бугуртил на тему, нахрена это сокращение, не совсем понятно. Хотя могу... Да, блин, с моей памятью, блин, это кошмар вообще. Завидую людям, которые с первого раза запоминают имена собеседников. Не забывают, блин, прочитанное. Им, которым не нужно по три раза перечитывать одну и ту же вещь, чтобы, блин, запомнить ее. Как там у этого... У Карлина это была хорошая фраза. Хорошее такое вот выступление на тему. У вас, говорит, бывало такое... состояние, когда вы решили узнать, сколько времени, посмотрели на часы, убрали руку, и вы не знаете, сколько времени. Вы второй раз посмотрели на часы, и все еще не знаете, сколько времени. Вы третий раз посмотрели на часы, убрали их, и тут вас спрашиваешь: «Эй, чувак, сколько времени?» А вы так: «А я не знаю!» Вот так и думали. Бывало ли у вас такое состояние, когда вы думали... Когда вы в среду думали, что уже четверг? Ай, да уж. Клёвый дядька был. Ну ладно, какой он был дядька, я не знаю. Но наступления у него были классные. Хотя, конечно, кто-то со мной категорически не согласится.
Вот это попрыгушка. Так. Угу. В общем, гробница сметаны оказалась полной фигней. Сметану не нашли. Даже какую там сметану? Стакан молока и то не налили, сволочи. Хотя какое тут нафиг молоко в таких-то условиях? Это, наверное, киснет за полчаса. Сметаны не дали. Лута толком не дали. Не гробница, а проходной двор, ей-богу. Здрасте. С доброму. Как спалось? Видимо, не очень. Я соскочил, как только я подошел. Недавно, кстати, под, скажем так, впечатлением от, ну, знаете, есть такие, как это, на Ютубе, да и не только на Ютубе, наверное, так называемые моменты. Ну, когда, типа, фильм такой-то, моменты, и там, на всякие интересные, прикольные моментики взяты из разных фильмов. И что-то в последнее время мне вдруг однажды попался момент из фильма «Братья Блюз», если помните, если кто-то помнит такой фильм, довольно уже, ну, довольно не новый, но очень первый фильм, первый, не второй, первый. Блин, посмотрел, и черт побери, пошел пересмотреть фильм, ё-моё. И честно вам скажу, какой же он классный, а я сам себя даже не вижу, блин, где там вообще? Не, ну правда, такое классное кино. Прям такая ностальгия. Дэн Эйкрой, молоденький, молодой совсем. Поет классно. Да и не только он. Вот второго все. Блин, второго вот не помню. Да ладно, серьезно. А что тут? Я сейчас потом посмотрю. Так, тут какие-то, да, чертежи были. Мифический пояс алхимика. Самогонка, пей до дна и будь счастье. Смешно. Шутку понял. Слушай, а точно никак нельзя это тромбануть, это все? Ну чё ты, вот же можно. Ты говоришь, нельзя. Эх, игра, игра, мы с тобой уже столько времени вместе, а ты меня до сих пор обманываешь. Он даже это влезло. Так. Усыпальница Ариад. Что ж мы все по усыпальницам-то шарахаемся, а? Слушайте, вы представляете, сколько такая гробница стоит, а? Тут, блин, обычный стандартный вариант похорон. Как говорится, 4 сальто через 7 сделаешь, прежде чем его прыгать, как это оплатишь и так далее. My inventory is carry anymore. My inventory is full. I can't carry anymore. Ну все. Пошли. В общем, «Братья Блюз», часть первая. Да и вторая, на самом деле, тоже крайне рекомендую пересмотру или просмотру. Кстати, еще недавно посмотрел такой фильм «Дворецкий». Ой. Ой. Тоже довольно интересный фильм. Про то, как было непросто жить товарищем с черной кожей. Никакой повестки, народ, сразу говорю, в фильме никакой повестки. Ну реально, вот на фоне всех многих современных фильмов, где так и стараются как-то это, знаете, как можно более идиотским способом показать какого-нибудь злобного белого, да, или еще что-то в этом роде, тут нет, даже близко ничего такого нет. Весьма интересное кино. Просто интересное кино про жизнь человека. Про то, каким он был, каким он стал, так сказать, через что прошел, что потерял. Ой, ты, блин, что-то я не посмотрел. Что это такое-то вообще? Ой. Молния. Не.
так сказать, через что прошел, что приобрел. Интересное кино о жизни, короче говоря. Рекомендую. Ну и заодно давайте уж немножко обсудим этот, что там сейчас в тренде, «Властелин колец». Да. Хотя чего обсуждать? Такое кино ни о чем. Вот смех смехом, я сейчас вот так реально так пытаюсь вспомнить хоть что-нибудь, да, знаете, вот. И понимаю, что, ну... Но единственное, что меня там удивило, это то, что эльфы, они вообще на эльфов не похожи. В том смысле, что люди выглядят лучше, чем эльфы, без шуток. То есть эльфы какие-то такие приземленные, даже местами страшненькие, честно говоря. Какие-то, даже не то, что страшненькие, а как это сказать, ну... Да блин, ну реально. Не похожи ни на высших существ, ни еще на что-то подобное. Специально, что ли, этого эффекта добивались? Зачем? Как-то если я захочу увидеть что-то не слишком симпатичное, я и в зеркало могу посмотреться, и просто в окно выглянуть, в конце концов. Этого добра навала. Дайте мне что-нибудь красивое. В конце-то концов. Ну, даже если мне захочется увидеть что-то очень страшное, ну, я могу посмотреться в зеркало утром. Ты тут вообще, как говорится, кошмары потом снится будут. Так, «Оскверняющий завет». «Оскверняющий завет». Это у нас 94-й. «Хаос», «Фамильяр». А, «Культист». А, прикольно. Собирается потихоньку. Так, а вот это у нас... О, а я печать нашел. Хе-хе, ура. Я нашел ее, ребята. Ля-ля-ля. Я ее нашел. Прикольно, кстати. Нет, серьезно, прикольно. Так, а что, давайте оденем. Что-то я же чувствую, что-то знакомое. Главное, глянул, так решил, типа, ай, ладно, потом посмотрю. Вот как зацепился взгляд. Так, секундочку. Печать. Давайте сначала... Так. Метка иллюзии, порошок мистического сердца. Сразу мне впендюрим. А нет, стоп, метка иллюзии, это вот это. И порошок мистического сердца. Да ладно. Ах, где у нас там... Так, это кольцо, да? Так, мальмут. Мальмут, сопротивление мальмута. Надо купить сразу штук 5. Штук 10. Так. Нет, сюда. Не угадал. Да блин. Вот же, все правильно. Порошок мистического сердца. Нет, нет и нет. Порошок, ага, раз, два, три, четыре, пять, четыре, три, два, все. Вот так. Шок был. Ай, какой же я дурак. Да, да. Я опять себе нагадил. Ну ладно. Случайно портал пере... Ну ладно. Придется немножко пешочком пробежаться. Фу, блин, полбез. Так, ладно. Ну бывает, чё. Дерьмо случается. Так, сделали, все. Слушайте, а нет, он есть, оказывается, вот же. Ну, не заметил, бывает. Текст, ладно. Так. Знак поглощения, коктейль черноводья, призыв Стражи Империона. У нас только коктейль черноводья, да? Обидно, конечно. Да и бог с ним. Так, давайте смотреть, что у нас есть. У нас есть... Вот, кстати, мифическое вечное кольцо. Может, его поменять? Огнем, хаосом, горением. Корве... Все урон здоровью. Скорость атаки. Сопротивление хаосу и проникающему урону. Ну, давайте сравним. Давайте по... Сначала так... Ага, это у нас кто? Ага, это то, которое, собственно, и хотел поменять. Но тут эфир, стихийный и блокировка умений. Плюс скорость атаки. 198. 92, 88. Ага. Угу. И вот, собственно, оно, да? А может реально коктейль черноводья? Блин, да, ну его нафиг не хочу.
огненный дождь. Почему бы и нет? Не то чтобы, да, сильно был нужен, но подождите секунду, сейчас. Этот у нас чуть мощнее. Точно мощнее. Так, секундочку, давайте еще проверим. Навык защиты 2.7.11. Тут 2.6. Навык атаки, извиняюсь. Навык защиты 2.9.14. 2.8. 17.09. Так, это не меняется. Здесь. О, как стихии-то просаживаются, мое почтение. Ага. Подожди, 28 стихий, а здесь что? Так, тут то же самое. Угу. Так, а здесь что? 2.6.4.1. 2.6.6.5. А вот здесь, кстати говоря, 130... Так, 13.118. Так. Садится, мое почтение, да? Да уж, с молнией что-то вообще беда. Может, ну и он нафиг. Оставим. Да что, равно огненный дождь какой-то. Ай, фиг его знает на самом-то деле. Тут просадочка идет, да? Ну как интересно вроде. Ну да. Ладно, жаль, жаль. Ну, что поделать, целей. Будет тут лежать. Ничего не попишешь. Ничего не попишешь. Хотелось комплект. Комплект не получился. Ну, грустно. Не знаю, почему-то хочется комплекты собирать. А не, собирать, сволочи, такие. Так, нам куды? Ага. А они не собираются. Эх. Конечно, будь у меня коктейль черноводи. Ну, блин, не знаю, мне коктейль черноводи не очень нравится все-таки. Извините. Чё-то я слегка уставший. А, так вот, возвращаясь к этому Властелину колец. Или как он там правильно. Серьезно. Странная подборка актеров на роль эльфов, честно говоря. Стрёмные они какие-то, как говоря. А, я не хочу, что-то жди. Странный сериал. Да и Галадриэль, будем честными, что-то как-то, ну не знаю, как это, не верю, вот. Да, ребят, как-то вас многовато. Это в конце концов ни в какие ворота. Так. А что у нас тут? Все, просто бам и
И сверху никто не упадет, типа, ах ты проклятый смертный. А что тут у нас? Отравляющий монстр заражен ядом, из-за чего наносит дополнительный урон ядом, ответный урон... и ответный урон ядом, но их сопротивление к урону здоровья снижен. Хм. Мне от этого, как говорится, не жарко, не холодно. Ну, то есть дерусь я, скажем так, все-таки на дальней дистанции, а здесь еще и узкие коридоры. Закрыто. Да, иногда, знаете, самый маленький заборчик в состоянии остановить самого жуткого монстра. Я вообще-то даже еще со стражей не справился, а мне уже записали, что молодец. Эй, а где сундук? Алло, а что за дела? Где сундук? А вот. Я уж думал, это зажопили последний этот. Здрасте. Прости, приятель. Но моя стрельба мощнее твоей. Ну, собирайте душ. Ага. Ну, то есть я молодец. Кто молодец? Я молодец. А что мы нашли? Это нам не надо. Это хорошо. Шит рассвета. Что-то знакомое. Неистовые разломы. Электрототем. Игнофар. Этим и пользуемся. Блин, да что ж такое, никак прозеваться не могу. Так, с кем тут надо поговорить? Эй, я там какие-то три столба сломал и потом какому-то ядовитому хмырю еще надавал. Поэтому, в общем, у нас была перестрелка, и я победил. Кому отчитаться? Кто скажет, что я молодец? А, ты? Когда Дрейлус отвел взгляд в сторону, то это разоплотило когти, вонзившиеся в наши умы. Хотя же нет разума и мертв, но его дух еще не ушел. То есть... Одна из наших достойных правительств недавно слегла от болезни. Мы не смогли определить природу заболевания, и ни одно из известных лекарств не ослабляет симптомы. Болезнь пожирает душу, а не тело. Иштал нанес очередной удар по нашим родам. Смертная плоть Инары теперь содержит две души, ее и жница разума. Потеря настолько одаренной правительницы станет серьезной утратой, и мы не можем допустить, чтобы прихвостень Корвака остался безнаказанным после такого. Мы открыли занавес ее гобелена и обнаружили, что Инара направилась к усыпальнице Нефиса в долине избранного. Что еще там жница разума от нас сокрыта, но мы не... можем оставить это без внимания. Возьми этот оберег, он защитит тебя от проклятия Инары. Она была любимицей Дрига и, несомненно, хорошо умеет заметать Дрига. Ладно, окей. Инара. А это не ты? Я думал, тот, это вот, который вечен тут. Мы встречались, спутница, или мы танцевали вместе на берегах судьбы? Да, ты проделал как сумасшедший. Да, я узнаю твое лицо. Я могла видеть тебя раньше или слышать тебя во снах, но мой разум был омрачен ошеломляющими видениями и ужасающими знамениями. Насилием и страданиями, которые невозможно вообразить. Я не могла избавить от них свой разум, все пути возвращали меня в кошмары. Я как будто была глазами миллионов, видела миллионы, прервав все жизни, переживала раз за разом их бесконечную безнадежность. Но потом все внезапно прекратилось, и я не могу объяснить почему. Жнец разума контролировал твои видения. Жнец разума? Хочешь сказать, что видения не были моими? Тело облегченно вздыхает, но разум все еще обеспокоен. Я рада, что это страдание не было истинной разгадкой плетения наших судеб. Но кто или что? Это создание, которое может контролировать наши видения. Это был агент Корвака. Эта новость пронзает мозг словно иголками. Я посвятил себя Дрику, открыл душу его дарам, а теперь я не запятнан. Даже мимолетная мысль о том, что я могу стать узником неправды, лишает меня решимости. Спокойно, мертв. Мертв, ее существование разбито, как кривое зеркало лжи, которое нам навязывал. Это приносит небольшое облегчение, но не настолько, как хотелось бы. Если это создание могло манипулировать моими видениями, то должны быть и другие такие же. Какой смысл заглядывать за завесу, если то, что я увижу, может оказаться гобеленом лжи? Найлин печально отводит взгляд в сторону. Печально не использовать дары Дрига, но как я могу давать советы по своим видениям, если то, что я вижу, на самом деле не то, что я вижу? Если есть еще один, мы его убьем. Правильно? Вот так вот.
мыслим позитивно. Будет еще. Как это? Будут вам будут вам ломать связь с интернетом? Искательница, не знаешь, что изменилось, но мой разум спокоен. Там, где была безнадега и тьма, теперь чистота и надежда. Это твоя заслуга? Нашла способ избавить меня от этих мрачных видений? Это был агент Крвак. Ты хочешь сказать, что эти видения были ложными? Как зовут эту паскудную тварь? Иштал, жнец разума. Это мрачное откровение. Значит, мы больше не можем доверять дарам, которыми одаривает нас Дрик, так как враг может использовать их против нас. Не думал, что такое возможно. Несколько человек в этом лагере поддались этим мерзким вторжениям. Полагаю, мы столкнулись хотя бы с... Ты столкнулся хотя бы с одной из них, Наван. Тогда-то она была дорогим другом и верной последовательницей Дрига. Ёшкин кот, что ты заговариваешь. То, что случилось с ней, воистину печально, но я не виню тебя. Ты сделал то, что и должна была. Теперь, искательница, прошу, оставь меня. Тебе нужно разобраться в последствиях сегодняшних событий. Так, приходит с ним его, бла-бла-бла. Слушай, читайте сами. Ну, просто это текст вот как бы ни о чем. Текст ради текста, что называется. Эй, есть что-нибудь еще? Вот ты, дрожжопная. Так. Давайте сразу и продадимся, раз уж пошла такая пьянка. Где у нас товар? Ну, а что? Прикиньте, не продается. Не, ну нормально. Что за жизнь? Хорошую цацку подкинули. Готов продать по дешевке. А, и не берут. Говорят, не, говорят, на вот ваше дриговское говно нафиг не надо. Вот так вот, поняли, да? Ой-ой-ой, ну ладно. Вряд ли. Это надо посмотреть. Блин, ну я не могу, это музыка, но это... Ну, блин, ребят, ну это музыка из... Черт бы я побрал, это музыка из Неване. Хордос Фан... По-моему, Хор... Я не уверен, по-моему, все-таки Хордос Фандердарк. Она оттуда, черт. Я сейчас играю, просто у меня тут перед глазами мой этот... Как я там... Я тогда был очень сильным фанатом... Ой, я тогда читал? Яростно перечитывал. Энн МакЭфри про Перн и Ника Перумова. Поэтому у меня героя звали либо Витер Лэда, либо Джексон. Блин, это просто невозможно, блин. Нет, стоп, я что-то где-то... Да, во. Да ну что ты, чувак, ну ёшкин кот. Так, это сюда. Раз света. Где-то, ой. А тут что? Ага, 72, 94, вон оно чё, Михалыч, хе-хе-хе, продвинутая версия. Ну и давай менять, хрен, шил намыл. Что-что? Ага, ясно. Сплошные лозунги, никакой конкретики. Спасибо, чувак, этого добра нам... Без тебя хватает. Так, что ты светишься? Тут же ничего уже нет, хватит светиться. Так, стоп, а что я делаю? Мне же в авангард троих надо вернуться. Фу, блин. Ну ладно, хотя бы задание забрал. Так, о, авангард троих. Нет. О, если о, авангард, то тогда троих. Получи, разбежись. Да, зверь мертв. Так, так. Бла-бла-бла, троих, очередная наша победа. Что-нибудь еще скажешь? Thank you for your... Понятно. Ну да, пошел я нахрен. Так, тут ничего. Все. Ладно, двигаем дальше. А куда дальше? Попробуем сюда. Вариантов, правда, не особенных. О, наш воюет. Да еще кто такой?
Держитесь, ребят, сейчас шмотки только соберу и сразу к вам на помощь приду. Да, чё-то вы, ребят, помираете. Как по мне. Остался один стрелок и один ближник. Ну, это на мосту, заметьте, в удобной позиции. Куда? Чуть было не сказала, где ж тот огонь, который должен был от кольца от набора, от полного набора. Действительно, куда же он делся? Может, остался там же, где и набор? Здорово, ребята. А, кис вы шлапьё, а. Собственно, солдат. Не можете нормально вооружить, блин. Да и этот, как его там, коровяк, блин. Сплошная желтизна. Даже зелен, заметьте, даже зеленого ничего нет. Просто ни в какие ворота. А так куда посмотрим? Какой-то проход дальше. Ты? Вставай. Ну, пошли в это подземелье. Посмотрим, что здесь. Усыпальница Нефаса. Лара Хрофт, блин. Расхитительница гробниц. Усыпальница здесь, усыпальница там. А, я, кажется, говорил, да, посмотрите, какая жара должна стоять. Так, вот, во-первых, жуткая жара и духота, учитывая то, что здесь, как бы, на секундочку лава хлещет вот в таком вот количестве, да? Это даже не парилка, блин, это я не знаю, что с чем это сравнить. Это какой-то звездец. Я бы зашел, посмотрел, сказал, не, ребят, вот даже если у меня сопротивляемость плюс 1000 ко всему, я бы, ну, вас нахрен. Отправьте меня туда, где прохладнее. О, привет. Ребята, это моя секреточка, я сюда не звал. А ну-ка ж. У вас была куча времени, чтобы ее открыть. Так что нехрен за мной сюда ломиться. Это моя секретная комната, и трон тут тоже мой. Ну, молодцы. Конечно. Так, а что тут у нас? А, понятно. Что-то там желтенькое. Что-то желтенькое нам... Ну не то, чтобы уж совсем не надо. Уж не надо так принижать там. Пойдем. Опять нет иллюзий. Все? Все. О, а я вижу босса. Так, здесь мы были. Тут мы были. Тут мы будем. Показалось.
Вперед. Помню, помню. Тут тут дверь, кстати, запомнил. На нормале, когда играл, этот момент запомнился именно вот с этой зеленой печатью, что прохода нет. Ой. А там кто-то... А там кто-то стоит. Кто это? Инара. Сейчас, Инар, подожди секунду, я про... со статистами разберусь. Что-то. И мы сразу с тобой пообщаемся. Так. И, блин. Тут у нас что? Смешно. Ладно. Мы не гордые. Мы прогуляемся. Так. Нет. Нет. О, хе-хе, мои любимые. Да-да-да. А, кстати, это не с, не с комплектом, может получше. Сейчас посмотрим. К умению здоровяк. Так, блокировка умений, стихийный урон и эфир. Стихийный урон выше, сопротивление хаосу, скорость бега не надо. Вот длительность оглушения меня прям пипец как радует. Я ее прям люблю очень сильно. Здоровье, разложение, горение. Ага. Общий урон. Вот стихийный взрыв, конечно, это круто, надо признать. Взрыв стихийной энергии врывается из вас, отбрасывая ближайших врагов. Вроде мелочь, да? Но вот именно отбрасывая как бы. Опрокидывание на 2 секунды. А, даже ниже? Серьезно? Почему? Даже ниже в итоге. И нам щит снижается. Оу. Да. Эх. Вот так расстаешься со старыми приятелями. Прикольно. Фигня. Фигня. Это что-то интересно. Нет. Тоже нет. Почему? Урон огнем. И здоровье проседает. Хм. Интересно. Пока что ладно. Пока что ладно. Так, ну пошли поговорим с этой новиной, невеной, наивной авеной.
овеянный. Ну и что ты мне скажешь? Так, на всякий пожарный. Инара страдалица. Ты тоже слышишь голоса? Они наступают со всех сторон и даже изнутри. Мы обречены, мы все обречены. Великий око слепок, бедствию крови. Источники крови и мертвые губы, пьющие из них. Инара, послушай меня, тебе плохо. Что? А кому сейчас хорошо в этом разбитом мире? Иштал нашептал мне истины, которые мы не можем постичь. Боги нас не слышат, но я узрел не только гобелен, но и ложь, сокрытую под ним. Все мы утонем в крови. Если хоть кто-то хочет выжить, рану нужно прижечь огнем. Иштал манипулирует тобой. Ты должна изгнать его? Ты не причинишь нам вреда. Хор безумия умолк. Теперь я слышу только один голос огня. Подожди. Тормози-ка. Послушай. Жалко. Ну, других вариантов как-то особо и не было. Блин. Херня какая-то, честно говоря. Так, а это куда? Подождите. Выход из усыпальницы. А чё, смирительную рубашку никак было не надеть? Тоже выход. Как там? Путь огня. Детка, так я ему иду. Ты посмотри, я ж всё сжигаю. Вообще всё. Айда со мной, не вопрос. Мне напарник нужен. Кстати, что это? Крадущая жизнь. Так, а ты кто? А, да-да-да, помню. У кого-то тут пригорело, помнится, когда я тут этой херней занимался. Ладно, пока тратить не будем. Дарные доспехи. Стрелковое. Оружие мага. Че, может попробуем? В принципе. Вот эту и вот эту по одной штучке сделаем. А, давай. Бам. И. А вдруг? Ух ты. Ух ты! Какая штука? А это чё? Первородная ярость. Тут, к сожалению, нет. Драконья чешуя. Они даже мощнее. Нетушки, нетушки, фигушки, фигушки. Длительность оглушения и снижения 56. Хаос физический, скорость бега, снова к атаке, здоровье, шкомы жизни, горение, стихийный урон. Ну да, урон как бы повыше получается, но чуть-чуть. Но мне броня чешуя дракона очень интересует, знаете ли. Так, а вот эта штука интересная, кстати. Минуточку. Троси Мелхтона. Ну хотя, по-моему, слабее. Урон против людей. Сопротивление хаосу стихийному урону. Стихийка выше. Тут урон здоровья, тут хаос. Ладно. Умение серные осколки и демонический огонь. 100% конверсия урона огнем в урон хаосу. Ух ты ж, батюшки. 226. Ух ты. Хм, такая интересная штука. Какая любопытная штучка. И, кстати, я в герб пламенного пророка забыл присыпку-то запихнуть. Ага. Кстати. А, нет, стоп, он есть. Стоп, подожди, это у нас кто? Ой, это медаль! Ёшкинка. Так, подожди, но я все равно медаль забыл. Нет, порченное сердце, вот же магический компонент. Да, магический компонент. Редкий. А есть еще примесь. А примеси тут нет. Нет, стоп, вот здесь. Да? Да. Примеси нет. А, нет, есть гриб горящих разломов. Все правильно. Туплю, извините. Так, то есть это вот сюда, да?
Ни хрена себе просад. А, ну да, все правильно, уже как бы. А как это выглядит сейчас на них? А, тут что-то не показано. Подожди-ка, ну секундочку. Урон огнем, урон хаосом. И так проседает сразу, да? А почему? Ну, то есть, подожди, если вся конверсия огня в хаос, по логике же, как бы должно оставаться так же или нет? Как это вообще работает, я чуть не совсем понимаю. Ну, то есть, простите, какая хрен разница мне, сколько тут... То есть, весь огненный удар? Ну правильно, а тут-то везде плюс к огню. Тьфу ты, да-да, все правильно, все понял. Дошло. Ну ладно, что, бывает. Угу, что-то это, туплю, сорян. Да, здесь-то везде плюс к огню. Огонь, огонь, огонь. Ну да. Ну, бывает, что. Бивает, бивает. Ладно, попробовали. Этих соплей зеленых у меня в целом хватает. Сказать, что их какой-то лютый недобор. Попробовали. Не получилось. Это тоже выход, да? И это тоже выход. Ну, лих просаживается, да? Я хочу сказать. Так, стоп, а если выйти здесь? Сейчас, минутку, мне просто интересно. Это мы выходим. Ой. Нет, просто где мы выперлись? Это да, это понятно. Мне любопытно вот другое. И любопытно, если я выйду через тот проход, который за, собственно говоря, нашей тетенькой по заданию стоит. Это что-то изменит? Мы выйдем где-то в другом месте или будет все то же самое? Это интересно. Это мелочь, но интересно. Не ломается. Не спи, замерзнешь. Визуально жалко, никак не меняется эта атака. А, тут выходишь в другом месте. Забавно. Вроде ерунда, а все равно такой. Как это мелочь, мелочь, а имеет место быть. Не оставлю я тебя здесь, даже если ты всего лишь желтая хрень. Так. Здесь что-нибудь есть? Так, тут мы прошлись. И здесь какой-то проход, и там какой-то проход. Интересно. Везде какой-то, блин, проход. Давайте сюда попробуем. Долина Искрена. Раздумал, что ли? Да. Закрыто. Ничего нет, ничего нет. Так. Проход туда, проход сюда, блин. Караул. Убивают. А, помню, помню эту таинственную сферу, с которой ничего сделать нельзя.
Висит такая красивая. Висит груша и нельзя скушать. Там тетя груша повесилась. Вот так и здесь. А, нет прохода. Откройте. Откройте туалет, сволочи. Так. Фонтанчик из вещей. Ну что это за сфера, блин, а? Черт, я побрал. Че, ребятки, моном быть избранным уже не интересно, да? Хочется карваком. Хочется быть избранным карваком. А кто это может быть? Печати Морганета. Ну пошли. Кто-нибудь помнит, что это за путь проклятых? На меня не смотрите, я не помню. Ай, какая же. Динозавр, прекрати ходить с таким важным видом, блин, просто тут топ-топ-топ-топ туда-сюда. Ребята, я только открыл сундук, а ну что вы сразу набрасываетесь? Тем более тут желтые вещи. Ладно, что ценное лежало. Тебе, конечно, фиг знает, может, у ребят своя ценность. Ну, типа, знаете, необъяснимая тяга к желтым вещам, к желтому цвету. Вот так просто. Любят они желтый цвет. Все. Хоть ты лопни, хоть ты тресни. Вот просто любят желтый цвет. Вот как бывает, некоторые люди, которые золотые унитазы себе лепят в этих в своих коттеджах. Странная идея, правда? Вот так и здесь. Необъяснимая тяга к желтому цвету. Как он пошел, а? Видели этого мига? А, ну да. Сейчас, минутку. Кошка, я же говорил, что ты будешь проситься. Никогда не заводите животных. Толку от них никакого в квартирах. Затерянный оазис. Оазис. Одержимый доспех. Вообще всегда хотел поинтересоваться, а где, так сказать, содержимое доспеха? Посмотрела на то, кем одержим доспех, и сказала: не, чувак, слушай, это ты реально перегнул, да? Ну его нафиг. Давай-ка ты теперь сам, я теперь сам. Да вылез из доспеха и ушел, а доспех остался висеть в воздухе такой. Ну как же? Стой. Вернись, друг. Останься. Мы столько прошли вместе. Помнишь, как у тебя потели и чесались яйца во время того боя в пустыне? А помнишь, как ты во время одного особенно страшного боя капитально навалил мне прямо внутрь, так сказать? Я, честно, нифига не иронизирую. Думаете, такого не было? А, сейчас. И не такое было. А может, даже и хуже. Как там про этого Джона Уика? Все, что ты слышал, это люди еще и не дозгущают. Так что все, что я сказал, это, скорее всего, еще так. Милые цветочки. Слушайте, а удачно получилось. Я прям к этому квазису приперся, да? Ровненько. И как раз будильник квахнул. Хорошо. Тогда давайте на этом стопорнемся. В следующий раз
Ну как, с топорнем сейчас распродадимся? Разумеется. Извините. Холод мумия. Нет. Что с тобой-то делать? Разобрать. Да, тут был вопрос, типа, нафига я все это таскаю с собой? Отвечаю еще раз на всякий случай, а то вдруг человек коммент не прочитает, а видео посмотрит. Просто так. Я просто к такому... Ну, я просто привык. Я как-то с самого начала определил, что вот эта вот передняя панель, она, так сказать, вот для этого. И так и хожу с ней. Поэтому тут уж... Это просто... Мне так удобно. Тут вот как бы никаких там великих замыслов и задумок. Мне просто так удобно все. Так что... Я понимаю, что, возможно, кто-то считает, что это жутко неудобно. Но это, знаете, о вкусах не спорят, как говорится. Так, ну тебя мы точно разбираем. Даже знаем, где теперь. Ура! К элите я нашел, наконец. А ты кто? А, пожалуйста. Я нашел этого... тебя же, да? Да. Не хочет. И так не хочет. Эй, ёшкин кот. Серьезно? Ну такое. А ты... Но оно мне не надо. То есть это перековка в хаос. Ну да. Конечно, я уверен, что под вот эту конкретно медальку Хтона есть какой-нибудь охренительнейший сет. Не сет, а этот... Да ёшкин кот. Сборка? Вот, да. Ну мне она не нужна, поэтому чё уж. Заодно посмотрю из него презентацию. Для создания потребовались сотни. А выпал болотный цветок. По-моему, этот кузнец меня где-то обманул. Я ему сам могу болотный цветок подарить. Благо, у меня этих болотных цветов, блин, вон сколько. Кстати, реально, валится и валится. По-моему, сам... Я не знаю почему, но именно у меня вот, да, у меня как бы осколок эфира, болотный цветок. Может, просто... А, ну вот молочко еще. Ну, просто, может, я их не расходую, конечно. Да, может, из-за этого. Скорее всего, из-за этого. Так, ну ладно, чё... Такой вот плюс-минус положительной ноте. Да? Да, такой вот плюс-минус положительной ноте. Что-нибудь? Да нет, в общем-то больше ничего. Да, давайте. А, осколки... 15-й осколок. Да не, ладно, оставим. Сейчас как бы... Ну, что сейчас наберу там уровень? Нет. Нет. Потом, когда прижмет, если уж очень сильно прям прижмет, да, можно будет это сделать. Пока что, как это, как-то живем, как-то двигаемся. Да нет, почему как-то живем? Вполне себе нормально живем, вполне себе нормально двигаемся. То есть, для элиты, по-моему, мой персонаж уже очень даже хорош. Ну, в том смысле, что, вот, заметьте, я как-то особо не напрягаюсь в последнее время. Ну, в общем-то, да. Посмотрим, что будет на Абсолюте. От Абсолюта осталось совсем... немного. Ладно, на этой положительной зевотной ноте всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлисты группы ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки, без отписок, комментарии с меня, контент. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто ж до сюда смотрел, обнимаю. Парни, хлопок, плечу, девочку, кучечку. В следующей серии Grim Dawn, Forgotten Gods. Безоговорочная фарава. Как-то так.